Доброе утро, дорогие друзья! Нас уже 9. И сегодня мы с вами продолжим то, что начали вчера. То есть мы вчера изучали, каким образом можно деформировать или как лепить катки. И сегодня мы это дело, эти знания применим. Давайте начнем. Итак, повторение, мать учения. Берем цилиндр. Делаем из него этот самый Droid объект и побежим сюда, в эту кнопочку, и, конечно, уберем все эти. Я бы оставил 3, конечно, но почему-то 3 не оставляет, или 4, или 0. Ну, мне больше и не надо. И по оси Z сейчас сожмем вот такой должен быть каток у нашего робота-танка. Так, все хорошо, замечательно. Теперь превратим его, конечно же, в полимеш. Возьмем кисточку Z-моделер. И перво-наперво выделим вот эту область. Полигрупп и Flat Island. Ну-ка. Раз, все выделилось. Теперь сделаем Inset. Полигруппы все. И подвинули. Так, хорошо. Я еще раз сейчас так же сделаю. Вот так. Хотя. Вот так. Правильнее будет. Далее возьму меш. И поведу это внутрь. Но при этом я буду задействовать Shift. Сначала движем, потом Shift. Для того, чтобы у меня вот такой bevel получился. Так. Еще раз Inset. Доведем вот до такого состояния. Здесь я скажу, что мне надо экструдировать это дело. Так, он экструдировался. И под конец, сейчас увеличим, в этом месте сделать bevel. Вот оно. Давайте сделаем по кругу. Да. Больше мне ничего не надо. Готово. Для того, чтобы это действительно был каток, поменьше, я хочу в этих местах сделать прорезь, такое углубление, да, для этого я сейчас встану на ребро, пойду, так, куда мне надо пойти, нам надо пойти insert, и полигон, один полигон нам сделать, то есть одно ребро, так, сделаем еще одно ребро, отлично. Теперь с помощью поставим X и зажмем Alt и выделим вот эту группу. Везде выделился? Отлично. А теперь уже очень просто. Мы пойдем в экструда, да, все группы и подвинем это дело вот сюда. Немножко в центр. Таким образом получили каток действительно. Ну что ж, далее нам остается только, сейчас я побольше сделаю, вот так. Я пойду в эти самые, вот так, геометрии, кризисы, видите, и сделаю толерантность на 15, как учили, или на 16, неважно, и скажу ему по всем граням. И вот он это сделал, молодец. Включим, так. И теперь надо нам динамише subdivision сделать. Вот. И посмотреть, что же у нас получилось. Ну, я считаю, отличный каток. Единственное, чего не хватает, это парочки здесь таких
каких-нибудь заклепок или лучше гаек. Ну и теперь нажмем М. Увидим, пока ничего не видим, кучу различных вот этих гаечек. Давайте вот этот вот раз возьмем гаечку. И прямо вот здесь нарисуем. Вот одна гаечка. Вот тут еще две гаечки. И вот еще одна гаечка. Я надеюсь, что больше я нигде не нарисовал. Так, отлично. Такая вот у нас штука получилась. И теперь давайте ее сохраним как тул. Ну а теперь нам осталось одно, это подгрузить к сцене наш каток. Он у нас сохраненный, поэтому я думаю, я открою Lightbox, открою тулсы, и вот я вижу наш каточек. Так, мы уже знаем, как его вводить в сцену. Это сначала меня, конечно, сильно расстраивало, как где, куда что пропало. Или одно, или второе видно. Вот это. Так, а ларчик просто открывался. Нам необходимо просто сейчас, как вы помните, пойти в Subtool, открыть Append и загрузить наш каток. Он, как всегда, загрузился в центр, появился вот здесь, встанем на него, возьмем Move и выведем его наружу. Вот он. Теперь нам осталось его развернуть и начать уже с двух сторон ставить эти катки. Но это уже в следующем видео. А пока, всего доброго, до свидания. Thank you.